Женечка, привет! Да, здравствуйте. Ты можешь разговаривать? Да, могу. Женечка, слушай, я коротко. В общем, Зина сказала о твоем беспокойстве, о нашем Паше. Так вот, это самое. У меня первый вопрос. Ты с ним будешь отзвониться или не будешь? Нет, 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 я тебя спрашиваю, разводиться ты будешь с ним или нет? А при чем ты сейчас это? Это очень важно, потому что он болен тобой. Его от тебя не вылечить, а ты подаешь ему надежды. И он все время грезит только тобой. Кто его вылечит? Какой бог или какой там московский там суперврач вылечит, если он только тобой и бредит? Он думает, что вы помиритесь, он в любой момент согласен сорваться в Москву к тебе. Да, он надеется, он врачу сказал, что я поехал в Москву, 3 дня был на взлете, мы с женой помирились почти, и разводиться уже перестали. Вот, поэтому все только в этом. Женя, все из-за этого, сейчас он болен тобой, понимаешь? Если бы ты ему сказала конкретно, Паша, не надейся и не жди, у нас ничего не получится, он бы это пережил, и мы бы все пережили. А так трудно его вылечить. Вот. И я считаю, что никакая Москва ему не нужна. Вот пусть это... пока он у нас полечится. Не надо его туда. Женя, подожди, послушай меня. Сейчас приехал там оттуда из Москвы один. Он ходит в памперсах, и вот столько денег, все деньги протратили на его лечение. И теперь он рядом с Пашенькой лежит, только в памперсах ходит. Никакой. Мама плачет по нем. Я еду в машине, я слушаю тебя. Ну. Ты слышишь меня, да? Ну а то я не слышу. Ну давай. Ну вот, так что, Женя, ты хорошо, может быть, предложил с твоей точки зрения, но с нашей точки зрения... Его нормально лечат, за ним наблюдают, и все. Потому что они считают, что это лечение для него, такое лечение. Пока потом они ему меняют, другое лечение назначают. Это он тебе врет просто. Он даже все... на Шевченко лежал. Он на Шевченко был и то говорил плохо. Я говорю, что тебе здесь плохо? Некомфортно. Я говорю, а тебе лечение хорошее? Хорошее. И не очень. И, в общем, он ничем не доволен. Он хочет к тебе, в Москву. Вот. И это при всем при этом. Не, Женя, ты с ним жить не будешь, нам с ним мучиться всю жизнь, поэтому не давай ему надежды. И не надо его никуда переводить, иначе я рассержусь и на тебя, и к Паше не подойду. Никогда в жизни. Женя, мы решаем, у нас здесь профессора получше, чем покруче, чем у вас там. И уход за ним, и каждый день к нему ездим. Женечка, ты давай все, что хотите. Вот и все. Ха-ха-ха. Ой, да, как. Я и правильно сказал. Вот регистратор записал. Я сказал, иначе мы... Тут не лечат, тут нейролитики, нейрополитики. Тут никакого лечения. Что хотите? Ага, лезет. А юлит. Будет разводиться, будет. Пусть разводится.